Индонезия создает новую систему оповещения о цунами. Технология, которая сейчас работает в стране, рассчитана для мониторинга землетрясения, но не оползня и извержений вулканов. В Индонезии создадут новую систему оповещения о цунами. Об этом сообщила представительница агентства по оценке и применению технологий Индонезии Аяна Турьяна, информирует ВВС. По ее словам, новый механизм будет определять размер волн. Это позволит значительно повысить безопасность. Технология, которая сейчас работает в стране, рассчитана для мониторинга землетрясения, но не оползня и извержений вулканов. Именно из-за этого она не смогла сообщить о приближавшемся цунами. Установка новой структуры боев начнется в следующем году. Отметим, по состоянию на утро 25 декабря было известно о 429 жертвах. Напомним, цунами было зафиксировано 22 декабря в Занском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TeamCorrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.